Всем привет! Начинаю вас знакомить с сортами клубники, которые у нас растут в парнике. Все сорта нейтрального светового дня. И начнем мы с сорта Фаври. Сорт очень-очень урожайный. Посмотрите, в первый год. Сорт посадки, это кусты посадки, октябрь прошлого года. Посмотрите, это наши однолеточки. Вот с такими вот прекрасными завязями. Очень крупные кусты, высокий лист, конечно же, при правильном питании. Приличное количество завязи для первого года. Ягода очень вкусная, с таким даже с десертным, я бы сказала, вкусом. Сорт очень достойный. Устойчив к заболеваниям, устойчив к вредителям. Самое главное, для нас очень хорошо отзывается на органику. Прекрасно себя чувствует в парнике. Достаточно неплохое для нейтралов усообразование, что тоже важно. Короче, ну не пожалеете, потому что, ну посмотрите, ну просто бомба.